Я говорю с тобой из Ленинграда. Так назвали эту встречу. Блокада северной столицы началась 8 сентября 1941 года. Вместе с жителями пригородных районов в кольце оказались 2 887 тысяч человек. Ветераны Великой Отечественной войны вспоминают, в городе не было ни продовольствия, ни топлива. А единственный путь сообщения с Ленинградом – Ладожское озеро. Его называли «дорогой жизни». Самое трудное время было для ленинградцев – это 42-й год. Когда продукты питания поступали через Ладожское озеро, и поступали они нерегулярно. Почему, сообщаю? Потому что немцы постоянно опекали эту дорогу, берегли ее. Они старались разрушить эту дорогу, и многие машины с продовольствием уходили на дно озера. В ленинградском хлебе было всего 40% муки. Остальное – жмых, целлюлоза, солод. Температура в квартирах, обогреваемых буржуйками, зимой редко была выше нуля. 27 января 44-го блокада была снята, но до этого долгожданного момента дожили не все. В списке погибших около 1 000 000 человек. Учащиеся казачьего класса школы номер 6 подарили ветеранам красные гвоздики – символ мужества и победы русского народа над коварным и вероломным врагом.